Инспекционная группа совместно с уполномоченным по правам ребенка Оксаной Пушкиной посетила лагерь «Радуга», расположенный в районе деревни Пронская. Проверяющих встретил директор учреждения Эдуард Арутюнов. Он рассказал, что сейчас в лагере проживают 152 ребенка. Это дети из Москвы, Подмосковья и других регионов России. Здесь очень благоприятная обстановка. Педагогический отряд и студенческий отряд, который непосредственно работает в лагере «Радуга» на территории Одинцовского района, он набирался Мосгортуром. Это организация, которая непосредственно владеет этим лагерем. Все вожатые прошли специализированные курсы вожатых, они сертифицированы. Оксана Пушкина пообщалась не только с руководством лагеря и вожатыми, но и с отдыхающими ребятами. Они поделились впечатлениями, рассказали омбудсмену, что еда здесь вкусная. Постоянно проводятся различные мастер-классы, конкурсы и квесты. Мне нравится много от программы до разных заданий, которые нам выдают. Еда просто замечательная. Участники инспекции проверили условия проживания, оснащение медицинского блока, столовую и кухню. Главный повар сказала, что воспитанников кормят здесь 6 раз в день, а качество пищи обязательно проверяется Роспотребнадзором. Здесь очень важно понять, вот когда даже всем, кто проверяет, конечно, кто директор. Вот ощущение от сегодняшнего человека, кто возглавляет, очень, очень такое позитивное, потому что и профессию знает, и сам преподаватель, педагог, и я вижу, как он отбирал эти кадры поштучно, начиная от повара, от шеф-повара, от заведующего производством и так далее. Я понимаю, что он не позволит никаких, так сказать, нарушений. Нарушений в ходе проверки выявлено не было. Каждый одинцовский лагерь на высшем уровне. Однако на этом внеплановые поездки не закончатся. Эксперты обязательно проверят 4 детских лагеря в других муниципалитетах Подмосковья, в Крыму и Анапе, где этим летом отдохнут более 500 детей из Одинцовского района. Дарья Сутягина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».